Привет, я приехал в Минск покупать усилитель у Василия Картакова. Это такой мастер, и я хочу купить его усилитель. Сегодня я поеду к нему. Сейчас поедем на метро, на станции метро Кунцевщина, чтобы встретиться с Василием. Уже близко, буквально минут через 15 я буду на месте и куплю замечательный усилитель на 50 ватт. Эта покупка не то чтобы спонтанная, но сначала я не думал покупать усилитель и думал обходиться именно тем вариантом, который у меня есть. То есть это гитарный процессор, аудиокарта, музыка, соответственно, через компьютер. Но я подумал, что хочется быть независимым во всех отношениях, чтобы на любой площадке, имея только кабинет, я мог рулить звук полностью. И для полноценного аудиотракта было решено купить усилитель. И сейчас мы пойдем его смотреть. В общем, мы встретились с Василием. И вот это блок питания, а это сам усилитель. 50 ватт. Оцените его размер, да? Он просто крошечный. В женской руке даже он будет лежать очень компактно. Супер, да? И оформление тут. Спасибо, да, и тут указано, что это для меня, мелочи приятные. А сзади непосредственно информация о производителе. Я скажу, что исполнение на высоте, он оформлен очень классно. Просто супер, и он намного меньше, чем я думал. То есть этот усилитель очень компактный, он поместится прямо в педалборд. Очень здорово. То есть блок питания больше, чем усилитель. Ну что ж, благодаря магии Ютуба мы послушаем скоро его с вами. Короче, мы добрались до оборудованного помещения, до репетиционной базы. И тут можно подключить вот эту вот голову, кстати, сюда можно подключить и фигачить. Я подключил процессор, вот этот замечательный TC Electronics. Электроника, понимаете, TC Electronic Nova System. Вот замечательная вещь, подарок друзей. Смотрите, качает не по-детски. Вот послушайте, это вот маленький вот этот усилок, 50 ватт. Можно сделать посередине. Это максимум. Вот давай с Русом попробуем, с барабанщиком живым. Канает ли Рус? Работает. Вася Картаков крутой.